have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, продолжаем мини-Airways, идем сегодня в Сидней. У нас осталось совершенно небольшое количество аэропортов, которые мы могли бы пройти. Посмотрим, будут ли они добавляться с какими-то апдейтами, каким-то этим, пока еще не знаю. Runway 25, cleared for takeoff. Наверное, я пока даже не уверен, хочу ли я продолжение. Но в любом случае, мы взялись играть, traffic. Во-первых. Во-вторых, traffic. Не надо, я его сейчас в сторону уберу, и не будете никакого трафика. Fly heading 275, cleared to land. Все, runway 34 right. А вот, эта трилогия будет завершена. Так что, давайте так. Город Сидней, там еще один Бэкстон аэропорт, еще один аэропорт, понятно. Ты успеешь? Успеешь. Тут полосы, кстати, гораздо лучше размещены. Ну, на мой взгляд, тут можно будет параллельно садить на вертикальных полосах и сверху, и снизу, и они, по идее, даже не столкнутся, а, прикинь. Так, желтый у нас сюда. Runway 07, cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. В принципе, они достаточно реалистичные с ожиданиями. Тут не так много карт. Тут надо всего лишь 45 самолетов для открытия новой карты. Тут. Они, в принципе, понимают, что эта игра не может требовать от тебя того же, как, например, те же самые Railways или Motorways. Ну, вот, поэтому... Посмотрим сейчас. У нас розовый появился. Runway 34 right, cleared for takeoff. Сколько у нас, кстати, было одновременных destinations? 4 у нас сейчас, 5. Я, кстати, не помню, не могу сейчас. Cleared for takeoff. Смотри, сколько у нас цветов одновременно было. Fly heading 090. Причем, если ты его не направишь прямо на эту точку, ты направишь его в этом направлении, но не прямо в эту точку, его автоматически туда не всосет. Clear to land. Runway 34 right. Cleared for takeoff. Давайте зону ожидания немножко увеличим. Ускорение нам тоже нужно, но зона ожидания сейчас важнее будет. Fly heading 225. Cleared for takeoff. Кстати, да, я прочитал коммент в прошлой серии насчет того, что во время прилета президента у меня была удвоенная скорость. Скажу честно, я этого не заметил. Я, видимо, в какой-то момент ускорил и забыл снять ускорение. Возможно, из-за этого я не успел расхлебать. Runway 07, но, cleared to land. Ну, как бы, да, тут я понимаю, тут есть часть моего косяка, и я это не отрицаю. Спасибо, что указали мне на это. Но, опять же, runway насколько бы и не был важен первый борт, это так не делается. Если хоть кто-то бы в прессе узнал бы, что первый борт садится таким образом, что вокруг все самолеты распихиваются, это... есть диспетчеры, которые планируют вылеты, которые, естественно, освобождают... под них коридор, но не таким варварским способом, как нам предлагает это делать игра, поэтому... Vector to destination. Так, мы вернулись, 2 секунды, ничего не случилось. Clear to land. Отвлекает. Неприятно, когда ты во что-то играешь, когда чем-то занят, тебя отвлекают, и это прям... Vector to destination. Блин, нам нужен разворот быстрый. Они такие медленные сейчас, они вообще не шевелятся. Cleared for takeoff.
Мне просто проще его запустить со стороны, чтобы он сам пошел на разворот, чем ждать, пока тот чувак сядет сверху, и потом вручную запускать. Clear to land. Runway 16 right. Cleared for takeoff. Так. Оп. Vector to destination. Место. И, кстати, про то, что я жаловался, что я надеялся, что в каждой катке у нас будет какое-нибудь такое историческое событие или что-то такое. Ну, вроде как я накаркал, да, про президента. Типа, на, хотел события, на, получай, но оно вышло как-то боком. С другой стороны, я бы хотел именно исторические какие-то события с упоминанием, а не прибытие первого борта. Прибытие первого борта, да, это ивент, спасибо, что вставили его тем или иным видом, образом, но... Все же, да. Runway 25, clear for takeoff. Ускорение вот там. Я как раз жаловался, что мне его не хватает. Vector to destination. Еще, наверное, повезло, что здесь самолеты не летают с разной скоростью. Прикиньте, если вот этот красный сейчас начал бы догонять зеленого, у меня там был бы сигнал про трафик. Cleared for takeoff. Было бы прям неприятно. Clear to land. Vector to destination. Сколько тут и залив, и океан, и куча водных этих частей. Интересно, как жить в таком месте? Cleared for takeoff. Runway 25. С одной стороны, наверное, сложно, потому что ты сильно зависишь от мостов, переправ. Vector to destination. Ну вот тут видно, что мостов очень много. Вот, а с другой стороны, наверное, в этом есть какие-то свои плюсы. Так, clear to land. Runway 34 right. Ну, наверное, не такие очевидные, про которые можешь сразу сказать. С другой стороны, ну, ты можешь, наверное, пойти... Switching to center. Have a good day. Mini 100. Давай. Это был бизнес? Я не заметил. Cleared for takeoff. Прикиньте, сколько там комаров с вот этими заводями. Это же Австралия. Vector to destination. У них там еще, наверное, эти комары-мутанты, которые с топорами и бензопилами летают. Ладно. Не будем сеять мифы. Vector to destination. Не все животные Австралии могут тебя убить, как бы они хотят, просто не все могут. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Да, какой ужас. Ребят, есть кто-то из Австралии? Вряд ли. Очень вряд ли. Это очень специфическое такое место. Если у нас есть зрители из Австралии, блин, мне бы интересно было бы это знать. Runway 25, cleared for takeoff. Vector to destination. Вот у нас сейчас получается как раз ситуация. Не, не получается. Ну, типа, что два самолета летят навстречу, садятся на двух параллельных полосах, но они на слишком большом расстоянии друг от друга, поэтому даже теоретически они не смогли бы коснуться крыльями. Тут же у нас полосы сделаны так, что если на две соседние полосы сажаешь самолеты, то они сталкиваются. Clear to land. Давай сюда на посадку. Еще один выход. Да, еще один выход. Мне это понадобится. Cleared for takeoff. Vector to destination. Runway 25. А что там, дешевые путевки на желтую точку, что столько людей туда сразу побежали? Vector to destination. Clear to land. Runway 34 right. Runway 25. Cleared for takeoff. Давайте взлетаем до последнего. Это точно не сядет. Vector to destination. Сейчас эти двоем садятся. Хорошо, практически одновременно. Или одновременно.
Тут уж зависимости. Clear for takeoff. Runway 3-4 left. Так. Идешь с этой стороны, в эту сторону и садишься, все нормально. Vector to destination. Серьезно, вы смотрите, какие распродажи. Летят и летят. Типа, чартерные рейсы открылись с дешевыми билетами. Так, сиднейская карта побеждена. Хорошо. Runway 25, cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Вы же успеете, блин? Ну, я надеюсь, что успеют. Они на одну эту садятся. Runway 16 left, cleared for takeoff. Тебе, дружище, придется большой разворот делать, чтобы туда лететь. Vector to destination. Clear to land. А второй осень у вас поперечным запустим. Сейчас посмотрим, этот как-то сядет. Runway 25, cleared for takeoff. Так вот, когда самолет держишь, вот в подвешенном состоянии, он выглядит, как будто, знаете, созвездие Южный Крест. Блин, опять Австралия, Южный... Ладно. Да что это я? Vector to destination. Fly heading 085. Runway 25, cleared for takeoff. Еще зону ожидания расширьте, пожалуйста, будьте бобры. Сейчас тот, который снизу справа, он повернет на полосу, и я тогда дам еще этому по команду садиться тоже. Clear to land. Runway 3-4 right. Fly heading 065. Vector to destination. Ну, только скажи, пожалуйста, что ты нормально сядешь, у тебя там не будет проблемы. Кстати, это случается крайне редко, что они говорят, не получилось сесть, и... Runway 16 right, cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 07, cleared for takeoff. Так, расходимся. Vector to destination. В том-то и дело, что тебе крайне редко дают разруливать какие-то сложные авиационные ситуации. Тебе просто... Ты проигрываешь зачастую из-за того, что просто тебя закидывают самолетами. Такой, да ну нафиг. Clear to land. Ну, эта карта относительно спокойная. Из тех, которые мне понравились, есть прям вот одна, которая реально понравилась, и вот эта, которая норм. Вот из тех, это, кстати, очень странно. Прям плохих-плохих много. Которая понравилась одна, и есть парочка, которая норм. Это такая себе статистика, честно говоря, не в их сторону. Не надо. Вам нормально, вы садитесь на диету. Clear for takeoff. Дай, дружок, аэропорт пролети, и я тебе потом... Fly heading 050. Так, прицепись ты. Clear to land. Runway 3-4 left. Clear for takeoff. А ты отсюда? Runway 16 left. Cleared for takeoff. Разошлись, красиво. Зеленый успеет взлететь. И как раз уйдет с пути. Traffic. Он показывает трафик, только если ты сохраняешь прежний курс под прежнему курсу. Traffic. Вот этот влетает сейчас в зону, его надо повернуть. Fly heading 115. Так, ускорение, пожалуйста. Runway
Runway 16 right. Clear to land. Давайте садитесь скорее. Cleared for takeoff. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 07. Vector to destination. Получается? Вы там не столкнетесь? Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Нормально. Vector to destination. Vector to destination. Вот идти. Сюда идешь. Clear to land. Немножечко возьмем. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Ничего страшного не будет. Vector to destination. Cleared for takeoff. Синим рискованно. Traffic, traffic. Cleared to land. Синим. Fly heading 070. А потом вернем. Cleared for takeoff. Vector to destination. Vector to destination. Runway 25, cleared to land. Runway 25, cleared for takeoff. Хорошо. Получается, может быть, тут даже сотню получится набить. Vector to destination. Пока что оно надо относительно все аккуратно работает. Cleared for takeoff. Vector to destination. Cleared to land. Runway 34 right. Не, подожду сразу. Мне невыгодно его сейчас запускать. Clear to land. Runway 34 right. Так, что можем? Можем еще ускорение взять. Давай скорее садись уже там. Cleared for takeoff. Runway 07. А теперь синим в обратную сторону оттуда. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 07. Cleared for takeoff. Фух, вроде работает. Vector to destination. Этот сюда, этот сюда. Fly heading 145. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 16 right. Vector to destination. Cleared for takeoff. Runway 7. 2330. Vector to destination. Business jet. Clear to land. Runway 07, clear to land. Ты же на короткую, да, на короткую идешь. Этот на длинную, но потом. Runway 16 right, но потом. Cleared to land. Runway 25, cleared for takeoff. Cleared to land. Vector to destination. Fly heading 130. Да, на короткую. Traffic.
Traffic. Cleared to land. Clear to land. Нет, fly вот heading 235. Желтых надо выпустить быстро. Cleared for takeoff. Fly heading 335. Runway 25, clear to land. Vector to destination. Fly heading 070, clear to land. Тут у нас просто 4 самолета сразу на ускорение идут, поэтому давайте еще зону ожидания увеличим. Нам тут, возможно, придется подождать. Надеюсь, все из них взлетят. Так, сотку мы, кстати, сделали, да. Fly heading 260. Fly heading 115. Оранжевая тюрьма. Runway 16 left. Cleared for takeoff. Traffic. Traffic. Не, нормально. Runway 16 right. Cleared to land. Fly heading 260. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 34 right. Cleared to land. Fly heading 080. Сколько тут самолетов? Вы офигели? Ну был же уже пик прилетов. Что вы делаете? Cleared to land. Cleared to land. Runway 16 right. Fly heading 160. Придется этих садить. Ты придурок, я же я ему не показал, куда лететь, да? Понятно. Fly heading 215. Cleared for takeoff. Cleared to land. Runway 34 right. Vector to destination. Fly heading 090. Да ну с этой же... Fly heading 200. О, как меня это бесит. Clear to land. Clear to land, traffic. Runway 34 left. Где трафик, я не вижу. Clear to land. Runway 34 right. Cleared for takeoff. Cleared for takeoff. Vector to destination. Vector to destination. Clear to land. Fly heading 110. Fly heading 110. Unable. Angle too steep. Cannot comply. Angle too steep. Fly heading 110. Вот это на самом деле охренеть как бесит. Развернись. Traffic. Traffic. Clear to land. Все, можешь. Clear to land. Runway 34 left. Ускорение, пожалуйста. Clear to land. Блин, мне самолеты надо запускать. Cannot land. Going around. Fly heading 310. Runway 16 left. Clear быстро. For takeoff. Fly heading 360. Ну, вдруг... Watch boundary, watch boundary. А, идите в жопу. Короче, все. 119. Я же вам прокачал, блин, не знаю, 3-4 раза этот разворот, но когда надо сделать быстрый маневр, нет, блин, он там вот такой. Ладно, 119-120 мне бы ничего не решило. Пойдем в менюшку, сыграем, наверное, вторую карту за сегодня. Что у нас? Сиракузы. Не, подожди. Сидней нам открыл Сиракузы, но нам нужно еще в Гонконг. Гонконг. Ох ты ж, иди твою! Одна полоса. 100-500 ограничений. Вот здесь будет прям проблема. Runway 31, cleared for takeoff. Terrain, terrain. Go up. Terrain alert.
Оно мне каждый раз будет давать Terrain Alert, да? Каждый раз при взлете я буду слышать Terrain Alert. Кто это придумал? Кто тот разработчик, кто это придумал, блин? Просто возьмите этого человека, ударьте его головой по столу вот пару раз, чтобы он, ну... Цунг-кванг. Цуцванг, блин. Остров Гонконг. Таймой Шань. Львиная скала, да-да-да. А как с этого... Clear to land. Runway tree one. Как с этого летать? Тут же, блин, макронавигация нужна. Terrain alert. Terrain. Да, конечно же, конечно же, он туда не сможет пройти. Ну, блин, это же... Terrain, terrain. Дурак, вниз. Terrain alert. Terrain, terrain. Fly heading 215. Terrain, terrain. Давай сюда. Fly heading 175. Fly heading 0 flight direction. Fly heading 030. Я не знаю, как здесь будет набивать 45 самолетов. Cleared for takeoff. Ну, то есть, runway 13. Это же явно impossible. Vector to destination. Cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 215. Terrain, terrain. Cleared to land. Не знаю, сколько здесь попыток понадобится. То есть, если я сейчас пройду... Я очень сомневаюсь, что я пройду с первой попытки. Если вдруг у меня получится пройти это с первой попытки, то это будет какое-то чудо. Также я не знаю, кто те люди, кто будут на этой карте набивать себе, там, я не знаю, 500 самолетов. И сколько там максималку можно набить? Сейчас уже второй в ожидании появится. О, давай, блин, давай зону ожидания сначала, а потом ускорить. Тут надо и то, и другое. Ну, тут, по сути, три полезных навыка. Это... И они все снизу, летят, понимаешь? Ну, то есть... Clear for takeoff. Runway 31. У меня нет вариков сюда вниз запускать самолеты. Fly heading 265. Terrain, terrain. Terrain alert. Terrain, terrain, terrain alert. Fly heading 080. Vector to destination. О, ты нормально там пролетишь, что ли? Ну давай, давай, давай. Хочу на это посмотреть, ага. Cleared for takeoff. Runway 13. Cleared for takeoff. Runway 13. Синий сразу на место. А красного придется вести как-то вручную. Сейчас посмотрим, пусть он отлетит немного. Слева никто не летит, только справа, там где самые сложные участки. Fly heading 090. И точки вылета все тоже с этой стороны. Офигенно, да? Runway 13. Vector to destination. Traffic. Terrain alert. Terrain alert. Terrain. 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 Terrain alert. А я уже не... Terrain. Terrain. Он врежется, да? Да, он врежется. И там нет пространства для маневра. 12 самолетов, давай еще раз. То есть, мало того, что карта вот такая вот, такая, они еще и, они тебе искусственно все ограничивают, потому что исключительно с правой стороны летят самолеты, исключительно с правой стороны у тебя точки вылета, левая сторона карты вообще не задействована. Смотрите, все точки справа, все самолеты справа.
Clear to land. Ну, конечно же. Fly heading 180. Watch your flight restriction. Fly heading 075. Fly heading 055. Надо вот тут проскочить. High five, да, чувак. Пятюню дай. Vector to destination. Vector to destination. Теперь садимся. Clear to land. Садимся. Runway tree one. Все хорошо. Runway tree ну, то есть вот так вот по тюточке приходится каждого самолета вот в ручном режиме по чуть-чуть. Да ну это как жонглирование бензопилами, ну его нафиг. В общем, я же говорю, что с первого раза, естественно, не получилось. Если сейчас со второго раза тоже не получится, на этом, наверное, будем заканчивать серию, а потом попробую за кадром это пройти, потому что, опять же, я не знаю, сколько попыток мне понадобится. Как с той карты была, по-моему, тоже китайская какая-то. Мне там 6 попыток понадобилось для того, чтобы просто добиться 45 посаженных самолетов. Ну, это же просто где-то за гранью уже добра и зла. В принципе, интервал у них так нормальный. Если они в таком виде будут садиться, интервал у них хороший, не успевают сесть, исчезнуть с полосы. Взлететь никто не может, да. Но, опять же, в игре это неинтересно. Да давай быстрее, блин, как ты все медленно все это делаешь. Cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 105. Runway 13 cleared for takeoff. Fly heading 115. Vector to destination. Fly heading 105. Сейчас зеленый. Ну, наконец-то сейчас с левой стороны начали давать немножечко точки. Нужно зону ожидания. Если рассчитываете, что если буду тратить путевую точку здесь, чтобы они не летели прямо в скалу, то идите вы нафиг. Это настолько искусственно. То есть даже Apple не делает настолько искусственно созданных проблем. Это. Не, хотя Apple в своем вроде тоже. Те еще. Fly heading 270. Удачью, удачью. Таймашань. Таймашань! Сколько у меня там было? 11, 12? Cleared for takeoff. Runway 13. Ну, теоретически мы к 11, 12. Clear to land. Подошли. Fly heading 115. Vector to destination. Трафик не предусмотрен, хорошо, он уходит, значит, из своего пути. Terrain alert. Кто это придумывал, кто это дизайнер этой карты занимался, блин, это, ну, откровенно, просто плохой левел дизайн. Вот, вот эта вот часть карты, откровенно, просто clear плохой левел дизайн. Ты чего сделаешь? Clear to land. Runway tree one. То есть ты должен или моментально схватить самолет и отвезти его. Или если ты буквально на пару секунд задерживаешься, у тебя моментально срабатывает Air Alert. To land, runway tree one. Cleared for takeoff, runway tree one. Тут других выходов нету. Розово придется сейчас вести вокруг острова Гонконга. Terrain, terrain. Оранжевого, может, и успею вывести в обратную сторону. Сейчас посмотрим. Fly heading 240.
15. Fly heading 185. Ни одного самолета не прилетело слева. Да ну быстрее ты уже сядь, ну что ж ты такой медленный-то? Runway 13, cleared for touch boundary. Watch boundary. Я знаю, спасибо. Так, ускорение давайте, чтобы они хоть как-то шевелились. Fly heading 245. Cleared for takeoff. Fly heading 110. Terrain, terrain. Vector to destination. Vector to destination. Cleared to land. Какой маразм. Так, ни у кого сигнализация не срабатывает, все нормально. Fly heading 170. Сейчас меня двух вниз запущу, и потом того чувака на посадку отправим. Розовый поменяли. Да садись уже быстрее, ну трындец, а какой же ты медленный. Cleared for takeoff. Runway 13, cleared for takeoff. Fly heading 105. Clear to land. Runway 31. Нет, сюда. Fly heading 220. И ты сюда. Fly heading 230. Vector to destination. Ты сразу на destination идешь? Cleared for takeoff. Runway 13. Flight restriction. Watch flight restriction. Нет, не получится. Watch да watch я знаю. Fly heading 275. Ну, какие же вы дотошные-то. Clear to land. Traffic. Runway 31. Fly heading 085. Cleared to land. Все, эти двое на посадку. Vector to destination. Эти двое на красный. Идите нафиг. Оба. Чтоб я никого из вас больше здесь, в этом аэропорту, не видел. Вылетайте за действие моего радара, разбивайтесь там где-нибудь об скалы и все. До свидания. Fly heading 195. Traffic. Traffic. Какой трафик? Он сейчас уйдет отсюда. Какой трафик? Cleared to land. В это окошко нужно успеть выкинуть оранжевого, чтобы он пролетел. Трындец, какие они медленные на посадку. Это все так происходит. Единственная полоса для того, чтобы маневрировать. И они все прям вообще никому ничего не надо. Да, хорошо. Дай мне второй выход, пожалуйста. Fly heading 140. Fly heading 160. Cleared to land. Runway 31. Traffic. Traffic. Cleared for takeoff. Runway 31. Fly heading 100. Terrain alert. Fly heading 090. Vector to destination. Так, дружище, придется, наверное, немножечко тут покружиться. Fly heading 175. Я после вот этой улитки, мне надо выпустить еще два самолета. Даже три. Да скорее же ты на посадку-то заходи, на что-то... бесит! Они не шевелятся. То есть мне в ту сторону запускать самолеты вообще бесполезно. Мне их надо в эту сторону запустить. Я понимаю, что он в очереди стоит. Вы видите, что херня здесь происходит, блин? Cleared for takeoff. Runway 13. Fly heading 250. Runway 13, cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 275. Runway 31, cleared for takeoff. Watch flight restriction. Traffic. Traffic.
Terrain alert. Vector to destination. Cleared to land. Все, разошлись, хорошо. Clear for takeoff. Runway 31. Оранжевого вокруг как-то обведем. Главное, сейчас два красных у меня тогда взлетят. Terrain. Да, terrain. Ага, два раза. Ты же так и сказал, два раза. Clear to land. Посадку. 31. Каким-то фантастическим чудом пока что 31. Clear for takeoff. Runway 31. Runway 31 cleared for takeoff. Terrain alert. Vector to destination. Terrain alert. Fly heading 015. Зону ожидания надо срочно. Fly heading 090. Садись уже, скорее, ты уже на полосе. Затормозил, ушел с полосы. Твою, блин. Cleared for takeoff. Vector to destination. Fly heading 230. Traffic. Cleared to land. Блин, третий желтый появился не вовремя, как мне в ту сторону, я не могу в ту сторону пропустить. Еще, да, давайте всех вот туда, вот в одну сторону. Нам же надо, у нас кроме того, что одна полоса, так других направлений тоже нету. Хорошо, хоть сейчас поменялось, блин. Следующий. Сюда. Terrain alert. Какой трафик? Ты о чем? Вы в одну точку летите, придурки. Clear to land. Runway 31. Fly heading 270. Clear for takeoff. Runway 31. Vector to destination. Traffic. Terrain. Fly heading 250. О, оранжевый поменялся, хорошо. Vector to destination. Так, сюда. Fly heading 200. 43, ну на самом деле я это прошел со второго раза, что удивительно. Runway 31 cleared for takeoff. J3375. Пройдено, наконец-то, блин. Какая же отвратительнейшая Terrain карта. Alert. Vector to destination. Просто какой-то трындец. Ну так нельзя. Ну то есть это было сделано... Знаете, есть трудные игры, а есть игры, которые хотят поиздеваться над игроком. Вот, например, Fear and Hunger. Это не трудная игра. Это игра, которая напрямую хочет поиздеваться над игроком. Вот эта вот часть, она сделана... Как раз для этого. Clear to land. Runway 31. Cleared for takeoff. Давай запустим красного, пойдет вокруг. Была бы тут хоть какая-то возможность, блин, но не, зачем? Terrain alert. Дай мне расширить. Вот, но не, немножечко не хватает. Вот если бы тут вокруг можно было бы его обводить, было бы вообще хорошо, но нет. Вот эта вот львиная скала, офигеть, как мешает. Хотя она похожа больше на рыбью скалу, так как она выглядит. Fly heading 225. Fly heading 215. Оранжевый тоже на вылет в эту сторону. Не, чувак, ты летишь сюда. Fly heading 185. Fly heading 175. Причем, что я еще, кстати, заметил, эта игра вообще тебе не дает ни одного права на ошибку. Самолет улетел. Все, до свидания. Типа улетел за экран. Ты его же больше никогда не увидишь. Где-то что-то на секундочку соприкоснулось кольцами, даже не крыльями. Все, до свидания.
cleared for takeoff. Fly heading 265. Fly heading 230. Traffic, traffic. Watch boundary, watch boundary. Traffic, cleared to land. Terrain, terrain. Fly heading 095. Terrain, terrain. А сюда иди, придурок. Fly heading 240. Vector to destination. Traffic, traffic. Он в Ураборос уходит после этого. Vector to destination. Fly heading 075. Vector to destination. Fly heading 200. Так. Не, вот так вот вокруг отправлять не выгодно. Watch boundary, watch boundary. Да, хорошо. Clear to land. Трафик, не? Или успеет? Clear to land. У меня просто нет времени запускать самолеты, понимаете? Они, ну, то есть... Они с этой стороны просто прут и прут. С левой стороны не было ни одного самолета пока что. Причем, смотри, какие они толстые, зараза. Они не расходятся. Выпетлили. Они с правой стороны просто стабильненько идут себе, идут, 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 им нормально. Они не прекращают. А, сейчас еще и пик прибытия будет. Ага, спасибо, блин. Ускорение для маневрирования хоть какое-то. Честно, на данный момент я уже нахожусь в той ситуации, когда я хочу специально разбить какой-нибудь из этих самолетов, чтобы при взлете каждый раз не слышать terrain, terrain, потому что это настолько дико бесит. Clear for takeoff. Runway tree one. Этих двоих придется спускать по кругу вот здесь. Clear for takeoff. Runway tree one. Terrain alert. Fly heading 240. Clear to land. Terrain alert. Видите, как это бесит? Cleared for takeoff. Rejecting takeoff. Traffic on the runway. Да, блин, ты придурка кусок. Взлетай, он теперь не цепляется. Runway tree one. Fly heading 185. Fly heading 220. Terrain alert. Fly heading 130. Чтоб тебя током било, чувак, каждый раз, когда ты моргаешь. Вот просто серьезно. Fly heading 105. Fly heading 105. Clear for takeoff. Runway tree 1. Clear to land. Terrain alert. Vector to destination. Vector to destination. Terrain. Terrain. Fly heading 115. Fly heading 245. Traffic. Я уже понял, что трафик. Fly heading Watch 065. Boundary. Traffic. Clear to land. Vector to destination. Fly heading 005. Traffic. Flight restriction. Fly heading 185. Clear to land. Runway tree 1. Оранжевую сюда, по крайней мере, можно выпихать. Серьезно, задействована только правая половина экрана. Это охренеть как бесит, потому что... Я уже говорил об этом столько раз и... Clear to land. Runway tree 1. Fly heading 225. Красный у нас пока что вообще никак не взлетит. Mm.
воздушно. И все равно чуть-чуть не хватило. Ну. Clear to land. Fly heading 165. Cleared for takeoff. Опять придется вручную вокруг скалы их обводить. Traffic on the runway. Не-не-не-не-не-не. Terrain alert. Fly heading 260. Runway tree 1 cleared for takeoff. Fly heading 230. Fly heading 180. Terrain alert. Clear to land. Runway tree 1. Cleared for takeoff. Runway tree 1. Fly heading 145. Желтый прямо здесь. Но я не могу сюда взлететь самолет. Terrain. Fly heading 195. Fly heading 095. Ну, сейчас, честно, приходится делать все, что я только могу. Clear to land. Лишь бы оно летало. Fly heading 225. Fly heading 105. Clear to land. Runway tree 1. Clear to land. Fly heading 090. Fly heading 105. Вот оно опять снизу прется. У меня тут снизу три самолета. Нет, блин, оно снизу прется. Ему нормально. Clear to land. Vector to destination. На удивление, пока ничего не говорит о трафике, что Fly heading 090. Vector to destination. Traffic. Traffic. Fly heading 085. Fly heading 190. Fly heading 090. Clear to land. Ну это нереально. Clear to land. Traffic. Runway 3-1. Ты проскочишь? Или тебе вот этот будет мешать? Сейчас посмотрим. Runway 3-1. Cleared for takeoff. Я все равно розового туда вокруг не отведу. Terrain. Terrain. Fly heading 215. Поменяйте желтую точку, это ж не человечески, не по-человечески то, что вы сейчас делаете. Clear for takeoff. Runway tree 1. Clear to land. Terrain. 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 Fly heading 275. Fly heading 260. Fly heading 260. Traffic. Угу. Я не могу его туда кинуть. Clear to land. Fly heading 125. Fly heading 195. Уйдем. Fly heading 070. Fly heading 150. Vector to destination. Clear to land. Runway tree 1. Traffic. Traffic. Yeah. Fly heading 195. Fly heading 090. Да сядь ты уже скорее, блин, бесишь, скотина. Clear for takeoff. Runway tree 1. Clear for takeoff. Runway tree 1. Traffic. Terrain. Traffic. Terrain. Clear to land. Terrain alert. Fly heading 065.
Terrain. Уйди ты. Traffic. Fly heading 165. Fly heading 215. Fly heading 200. Vector to destination. Traffic. Vector to destination. Traffic. Clear to land. Fly heading 060. Traffic. Terrain. Terrain. Traffic. Fly heading 100. Traffic. Watchbound terrain. Fly heading 075. Traffic. Watch boundary. Traffic. Vector to destination. Clear to land. Runway tree 1. Traffic. Можно? К черту эту карту, все, зачем ее пытаетесь вытащить, блин? 98, мне даже будет не жалко, если оно сейчас лопнет, все нафиг. Я не успею 100 набрать, смотрите, эти два самолета садились, я не успею 100 набрать, но на самом деле мне даже не будет этого жалко, потому что я не собираюсь тут выбивать хоть какие-либо ачивки. У нас осталось 4 карты, это получается еще на 2 выходных: Санта-Крус, Чэньчжоу, Амстердам и Сиракузы. Ну, по крайней мере, я пока не вижу, чтобы был еще такой кошмар там. Вот в Амстердаме прям полосы расположены. Я не знаю, что там будет по движению, но полосы там расположены шикарно. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.